привет! Как видишь, мы уже и так опаздываем. Скорее на борт и отправляемся смотреть новую подборку эпичных кадров. Поехали! Самолетом с вертикальным взлетом уже мало кого удивишь. А как насчет лодки? Теоретически можно было бы скрестить оба варианта. Но на самом деле этот Боинг списан. Сейчас он проходит реку Шеннон, чтобы позже стать частью глэмпинга в Ирландии. Зато заряда ее аккумулятора теперь хватит на пару кругосветок. Пока только оператор знает, что она выбрала не лучшее время для обеда. Так в Норвегии испытывали погрузочный кран. И, как видишь, ему еще необходимы доработки. Кораблям в Норвегии вообще порой приходится непросто. Взгляни, как капитан этого судна боролся с сильнейшим ветром, чтобы причалить к пирсу. При разделе имущества во время развода главное – выбрать правильную половину. На твоих глазах 38-метровая суперяхта Westport 125 стоимостью более 20 миллионов долларов расправляется с более мелкими собратьями. К счастью, пострадавших нет, да и суммарный урон оценили лишь в 100 тысяч долларов. В деле атомный ледокол 50 лет Победы высотой 55 метров и мощностью 75 тысяч лошадиных сил.
Пока пассажиры этого круизного лайнера беззаботно отдыхают, владельцев лодок внизу ждет большое разочарование. Только взгляни, какое цунами устроил в порту этот здоровяк. Oh my God, the boats are getting crushed. Oh my God. Похоже, ту экспериментальную модель все же пустили в тираж. Но вообще, выглядит безумно весело. Ставь лайк, если рискнул бы попробовать. Урок управления яхтой номер один. Никогда не отпускай штурвал. Представь на секунду, что лодки по ошибке сбросили не в той точке. И этих ребят отправили их догонять. На экранах одна из самых больших лодок на дистанционном управлении. Ты и сам наверняка знаешь, кто у них капитан. Если бы он не забыл снять носки, то фиаско вполне можно было избежать. Если когда-нибудь подумаешь, что у тебя тяжелая работа, просто взгляни на этот ветроуказатель. Можно точно сказать, что она не смотрела то видео. Этот порог в горах Алтая называют турбина. И даже не возникает вопросов, почему. Не знаем, что у этих рыбаков была за наживка, но улов впечатляет. Судя по невозмутимому лицу капитана, это запланированная остановка для лечебных грязевых ванн.
как говорится, в добрый путь. Ждем их видео с мини-гольфом и настольным теннисом. Приз за самое нелепое происшествие сегодня получает эта парочка. Непонятно, на что эти парни рассчитывали, но сохранить мачту точно не входило в их планы. Good morning, everybody. We're in the beast bus, going through the tunnel with the boat with my broski Pierre. Here we go. Fast about that one. Yeah. Надеемся, ее парень надел беруши и не только для защиты от воды. Ставь лайк, если тоже испытываешь трудности с параллельной парковкой. А вот так выглядит швартовка судна, когда в деле настоящие профи. На секунду, длина этого контейнеровоза 366 метров. Знаешь это ощущение во сне, когда хочешь бежать, но не можешь? Что-то похожее случилось с этим парнем в реальности. Плюс одна фобия для тех, кто любит активный отдых на воде. Фанаты PUBG наверняка знают, что будет происходить дальше. Такое сопровождение у кораблей есть почти в каждом море, где водятся дельфины. Волна толкает этих хитрецов вперед, и плыть им значительно легче. Пора и нам причаливать, приятель! Ставь лайк, если этот круиз поднял тебе настроение, делись в комментариях своими историями. Оп! Вот я. И не пропусти следующий ролик. До скорого! Любишь кино, но не всегда находишь пару свободных часов? Подписывайся на канал «Соленый попкорн». Здесь в деталях раскрываются сюжеты самых крутых фильмов, которые точно стоит увидеть. Заинтригован? Тогда ждем на следующем сеансе. Не забудь захватить с собой попкорн. Приятного просмотра! Thank you.